Это все подберите, все до одной. В кузов? Вы туда в крапиву бросьте. А, в крапиву. Помогай. Вам интересно, хоть чтобы вы тоже были заняты? Скажите, мы тоже участвовали. Нету больше колышка? А? Колышка где-то больше? Володя, можно и стой, Володя, вырезать. Пока не разошлись, успевай. Владимир Александрович, это складывать все? Вот установили палатки для крещения. Здесь вот обычно женская с этой стороны, а с той стороны мужская. Обход-то, а что ж так, это длинный? Вот там, смотри, обходить через веревку. Палки же нету. Мы просто натягиваем. Немного туда. Не, здесь не надо обходить. Здесь не надо обходить. Вон с той стороны, вот как вышло из купения. Ну, посмотри, там тоже так же шлагбаум. Там это трогать ничего. Там смотри. Это уже исходя из того, что палки вот тут нету. Палка хорошо. Короткая. Нет, просто исходя из того, что людям идти туда. Вячеслав, мы сделали короче просто, видишь? Мы не на всю длину сделали. Ну, Игнат Тихович подошел, сказал, сюда воткнуть. А, ну ладно, все. Что, мы сейчас будем исправлять, что ли? Посмотри, как людям идти там. Пойдут они легко, поднимут. Да ты посмотри. Я там девушка, короче. Вон Игорь Владимирович сейчас плавает. Подожди, маленький. Я спрошу. Что, порошков не хватает? Да вон они лежат туши. Нет. Посмотри, там у них сколько я сказал. Они у нас сейчас взяли. Вот сейчас я вырубил, а они взяли. У них нет сколько? Нету. Нету? Нет. Ножовка есть, брат, ножовка есть. Чего вы там? Игорь-то где? Он на том плоту был уже. О, да? Вот он. Ну все, слава Богу за все. Ну все, пирс сделан. Да, слава Богу. В следующий раз надо будет аркой делать. Выше более, чтобы были. И соединять их сверху, чтобы проходила голова. Понял. Понял. Чтобы не было вот этого болтыхания. Угу. Общая связка, чтобы была, и привязать. Ну все, слава Богу за все. Забираешь с собой? Да. Есть. Надо маленько Володя набрать в Барнаул, когда поедешь, чтобы там совсем нету. А вон выпало. Мешок какой-нибудь взять. Можешь карман себе взять. Ну все, слава Богу за все.